19 тысяч кубометров воды в сутки или 6 олимпийских бассейнов. Столько воды поставляет в город водозаборный узел номер 5 в Щелкове. Впервые за несколько лет насосную станцию отключили, чтобы в плановом порядке заменить секционные задвижки, механические устройства, через которые вода из ближайших скважин направляется по трубопроводам к потребителям. Ресурс вот этих секционных задвижек уже иссяк. Насосная станция построена в 1965 году. Работы такого рода, они уникальны. Это ответственный этап, который, я надеюсь, что мы пройдем успешно. Замена ведется максимально оперативно, чтобы к концу рабочего дня возобновить подачу воды. Задействованы две ремонтные бригады и две бригады эксплуатации сетей межрайонного Щелковского водоканала, а также персонал, который осуществляет переключение на сетях. Диспетчерская служба ведет мониторинг функционирования системы водоснабжения. Те, кто когда-нибудь ремонтировал водопровод в своем доме, знают, насколько это ответственно. Ну а когда речь идет о водозаборном узле, который питает тысячи квартир, ответственности в сотни раз больше. Вот сейчас сотрудники Щелковского водоканала опустошают систему водоснабжения для того, чтобы поставить туда вот задвижки. Но самое главное, не допустить попадания воды вот эти мощные насосы. От работоспособности этой арматуры зависит наша возможность проводить ремонтные работы на этой станции без отключения города от услуг водоснабжения. Новая запорная арматура позволит в дальнейшем заменять и ремонтировать насосные агрегаты без прекращения подачи воды в город. Потребители из микрорайонов Чкаловский, Потаповский, Бахчеванжи и центра Щелково просто не заметят отключений. Вода, добытая из собственных скважин водоканала, будет поступать по резервным секциям станции. Следующим этапом будет замена насосов на более экономичные и производительные. Оборудование уже доставили на ВЗУ. Работы ведутся по плану подготовки объектов ЖКХ к зиме за счет средств, получаемых по тарифу от населения. Мы контролируем ход проведения работ. В случае нештатной ситуации будем принимать решения. В бюджете Московской области и городского округа Щелково 24 миллиона выделено на капитальный ремонт ВЗУ «Роза Люксембург». Также до 2021 года будет капитально отремонтировано еще две ВЗУ. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».